Если случаи мошенничества будут выявлены, то понятно, что преступники могут оказаться за решеткой. Наказать могут и тех, кто пытается сбежать от карантина. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена статья номер 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По этой статье виновные могут получить штрафы, отстранение от должности, а также принудительно-исправительные работы, либо же ограничение свободы на срок до 1 года. Один из случаев, который мог попасть под эту статью, произошел на Южном Урале. Жительница Миасса Лариса Яснева после поездки в Италию отказалась от 2-недельного карантина. Даже после предписания суда она не явилась в карантинную зону и избегала любого контакта с врачами. Ее отыскали полицейские. Жительница Миасса сдала анализы, тест оказался отрицательным, поэтому наказание женщины избежала.